Мужики, всем привет! Хочу сегодня с вами поделиться удивительным упражнением на трицепс. Для себя его открыл совершенно недавно, и трицепс, оно мне разорвало буквально с одного подхода. Делал утреннюю зарядку, как обычно, залез на кольца отжиматься и решил, почему бы не поподносить, не поподтягивать колени к груди во время отжимания. И вот сочетание динамической и статической нагрузки вызвало безумный эффект. Крепатура уже началась к вечеру, и на следующий день трицепсы сумасшедше разрывались с одного подхода, без дополнительного веса. Сегодня я одел на себя утяжелительный жилет и хочу усугубить немножечко ситуацию. Покажу вам заодно, как выполняется это упражнение, и дополнительно грузану трицепс. Нужно предварительно, конечно, обязательно разминаться. И выглядит это следующим образом. Самое интересное начинается сейчас. Я еще сделаю парочку подходиков. Хочу акцентировать внимание на то, что обязательно в верхней точке нужно вставлять руку. Если вы будете разгибать локтевой сустав и стабилизироваться, будет очень тяжело. И вы почувствуете, как трицепс буквально кипит уже во время выполнения упражнения. Не говоря уже о том, что происходит с ним позже. И как видите, дыхание сбивается моментально. Это упражнение можно делать не только на кольцах, но и на брусе. Не буду разворачиваться к камере спиной для работы на кольцах. Берите упражнение на вооружение. Кому понравилось, ставьте лайк. И будем просвещаться и вводить новые упражнения в тренировки свои, для того, чтобы они были ярче, эффектнее и результативнее. На сегодня все. До скорых встреч. Пока-пока. Фух. Погнали, еще подходим. Дополнительно еще пресс работает. Очень хорошо. Фу. Кайф.